Все, наверное, уже немножко устали. Как вообще бодрость? Кто-нибудь Шепелева слушал только что? Вот. У меня будет не так жестко специально на самый последний доклад. Давайте будем стараться идти как можно мягче. У меня есть, в принципе, довольно большое число примеров, но я не буду жестить, так что сколько успеем, давайте столько и успеем. Соответственно, здесь мы собрались, потому что мы все любим Java. Я надеюсь, все любят Java. Ее самая популярная реализация, которую большинство из нас здесь собравшихся использует, это, скорее всего, Oracle JDK, JVM. Она основана на OpenJDK, а это вообще гигантская штука. Если взять его, то можно обнаружить, что там больше, чем 5,5 миллионов строк. Это ж обалдеть, как много. При этом из них где-то там 2 с лишним миллиона — это комментарии. Но это вообще хороший показатель, но гораздо более интересный показатель — то, что на создание OpenJDK ушло несколько сотен тысяч человеко-часов, и это такая довольно, ну, оценка из разряда тьфу, и посмотреть на ветер, вот сколько примерно получилось. Но это оценка снизу. Наверное, еще больше. Мораль этой истории, она очень простая. OpenJDK — это реально большая, реально сложная система, и одному человеку просто невозможно взять и удержать все-все-все-все-все в голове. Вы не найдете живого человека, который на любую строчку в OpenJDK скажет: «А, я знаю, почему она тут, потому что то-то, потому что сё-то». Хотя бы потому, что столько версий этих строчек было, что никто не сможет за ними всеми уследить. И поскольку система реально большая и внедряет огромное количество абстракций, по, надеюсь, всем известному закону, все эти абстракции рано или поздно будут протекать. Вот в спеке JVM написано что-то одно, а потом происходит что-то совершенно другое, которое вроде как в терминах спеки не объяснить. И из-за этого у нас у всех будут возникать неожиданные ситуации постоянно. Вот вы работаете с JVM, работаете, работаете, вроде все хорошо, а потом бэм. Неожиданная ситуация. Например, спите вы, суббота вечер, уже даже ночь, вы спите, вдруг звонок. Вы знаете, в продакшене, в логах очень много fatal ошибок. Ну вы так открываете глаза, думаете: блин, ну вот как не вовремя. Смотрите в логи, а там такое. Что делать? Что делать? Серьезно, это не риторический вопрос. Так, а если больше ничего? Проспаться, ну, я боюсь, что не позволит. Но я обычно в таких ситуациях беру и отправляюсь в поисковый движок и ввожу какой-нибудь вменяемый поисковый запрос. Возможно, ночью с субботы на воскресенье он будет не очень вменяемым, и ответ у меня тоже будет не очень вменяемый. Ну да, Trollface in the logs Java download. Да, я давно хотел скачать Trollface. Не то. Возможно, посреди ночи это не очень поможет, но можно сходить в неожиданной ситуации на Stack Overflow, например. Задать там какой-нибудь вопрос. Если его хорошо задать, то, наверное, даже кто-нибудь потом придет и разумительно ответит. Ну, а если плохо задать, то, наверное, не очень хорошо ответят. Например, скажут что-нибудь: слушай, иди погугли, я не знаю. Или скажут, что да ты хотспотом не умеешь пользоваться. Но это уже что-то. Ага, хотспот. Хотспот. Давайте-ка подумаем. Вот мы сходили недавно на такую крутую Java-конференцию, там все про HotSpot что-то затирают, какие-то специалисты есть. А что если взять такого специалиста и ему задать вполне конкретный вопрос? Слушай, у меня вот такая-то, такая-то, такая-то проблема, что делать? Я уверен, что вот любой нормальный специалист, если ему четко, внятно задать вопрос, ну, не поскупится и потратит там 2 минуты на то, чтобы ответить на него. У меня такой специалист — это Алексей Шепелев. Я часто люблю задавать ему дурацкие вопросы, а он вроде терпеливый и отвечает как следует. Вот, например, я у него спросил в такой ситуации, что делать, и он мне вполне себе конкретно и четко ответил. Оп. Мораль этой истории, она довольно простая. Понятное дело, что она выдуманная, но суть в том, что не стесняйтесь серьезно спросить у кого-то, кого вы знаете. Или даже не знаете. Напишите имейл, напишите что-то. Если вы напишите вменяемый вопрос, а не вот как я привел пример, то тогда все будет хорошо. А если вы будете задавать дурацкие вопросы, то, наверное, получите вот такой вот ответ. Все-таки стоит ценить время того человека, у которого вы спрашиваете. В интернете даже есть специальный документ, который рассказывает о том, как правильно задавать вопросы. Возможно, кто-нибудь видел. Но это было краткое введение к проблеме с Trollface. Мы, может, еще вернемся, когда
когда-нибудь. А пока что перейдем к чему-то более жизненному. Вот есть у нас такая программа. У нее есть метод main, и она у runtime, get runtime, вызывает max memory. И выводит, собственно, сколько max memory. Что выводит? Это открытый вопрос. Давайте, ваши версии. Так, что написано в минус XMX, то и выведет. Еще варианты. Текущая максимальная. Это что значит? Где-то между XMS и XMX. В зависимости от того, сколько Java-машина успела отобрать у системы память. Так, еще. Целочисленное деление, ага. Окей. Значит, давайте просто запустим и все. Вот я указал минус XMX 512 метров. Значит, должно быть либо 512, либо XMS, либо какой-то там между ними. Запускаем. 455 мегабайт. Если я укажу сюда минус XMS 512, то тоже будет 455 мегабайт. Возникает вопрос. Этот вопрос очень хорошо озвучил мой коллега Никита. И если вы еще не успели сходить на его доклад, то обязательно сходите. Он будет сегодня рано утром первой сессии. Обязательно сходите. Где моя память, чувак? Что такое? Если посмотреть в доку к Max Memory, то мы увидим, что там написано. Это максимальный объем памяти, который JVM попытается использовать. Так, где мои 50 мегабайт? Какой самый простой способ? Пардон. Давайте сделаем так. Откроем какой-нибудь джавовский класс. Черт, спойлеры, спойлеры. Ой, сколько спойлеров. Давайте, вы не смотрите особо, ладно? Вот, значит, здесь мы сделаем. Всем хорошо видно, кстати, или стоит что-нибудь сделать? Presentation mode там включить какой-нибудь? А? Во, так лучше, наверное. Значит, что мы делаем? Мы говорим runtime, get runtime, max memory. Кликаем. Нативный. Блин, вот вы с Никитой не посмотреть. Какой стой. А здесь в документации как раз написано, сколько памяти оно будет использовано, измерено в байтах. Окей. Когда я говорю, что нативные исходники не посмотреть, я надеялся, что вы мне скажете, как не посмотреть. Посмотреть. OpenJDK. Давай смотреть. Кто помнит, как из имени метода в Java получить имя нативного метода? Так, байт-код посмотреть. Ну, может быть. Можно сделать очень просто. Вот тот, кто когда-либо работал с GNI, тот знает, что… Оп. Так видно? Да. Тот, кто когда-либо работал с GNI, тот знает, что нужно сделать примерно такую вещь с названием метода. Вот у нас было max memory. Так, в каком она у нас там классе находится? Runtime. Runtime. Так? Java lang runtime max memory. Похоже на правду? Это ведь так в JNI методы именуются? По-моему, да. Ой. А давайте просто везде поищем. Вот я только что скачал исходники JDK 9. Просто взял и скачал. Это может сделать каждый из вас очень легко. А потом каждый раз, когда у вас возникает какая-то странная проблема, вы можете в них сходить, сделать быстрый греб и очень долго ждать. В чем дело? Наверное, дело в том, что, как я немножко раньше показал, хотспот — это вообще очень большая штуковина, а я здесь не просто в хотспоте, еще во всем JDK. Ну, здорово. Сделаем немножко по-другому. Давайте поищем в чуть… Ладно, давайте просто пропустим несколько шагов, потому что у нас не так много времени, и откроем runtime.c и найдем прямо здесь вот эту вот штуковину. Что мы здесь видим? Здесь мы видим, что у нас есть какой-то нативный метод, и он реализован очень просто — JVM max memory. Если вы не заметили, то я резко решительно перешел из командной строки в NetBeans. NetBeans в данном плане очень удобный, потому что в нем, собственно, многие разрабатывают HotSpot, и в нем прямо вот в корне репозитория OpenJDK лежит нативный NetBeans-овский проект. Вы скачали OpenJDK, открыли проект в NetBeans, и больше ничего делать не надо. Очень удобно. Все работает. Например, вы можете кликнуть на какой-нибудь токен, а он перейдет к его декларации. Знаете, нажимаю Command,
нажимаю сюда, еще раз, и ничего не происходит. Блин. В этом проблема с NetBeans'ом. К сожалению, далеко не все можно с ним взять и с легкостью получить. Поэтому иногда приходится возвращаться обратно к грепу. Вы не удивляйтесь, когда происходят какие-то странные вещи в таком большом репозитории. Это довольно-таки часто. Давайте можем немножко сузить область поиска нашего любимого грепа для того, чтобы искать быстрее. Значит, у нас есть hotspot, у него есть SRC, логично. Куда дальше пойдем? Share. Так, дальше. VM. Дальше. А никуда. Как не угадали, не runtime, некоторый primes. Вот мы в primes нашли файлик gvm.cpp, в котором как раз вот такая вот интересная штука объявляется, 508 строчка. А давайте в него и пойдем. Значит, открываем, VM, что дальше? Primes. Кстати, вы даже не спите, а то бывает. Так, значит, у нас max. О, 508, слушайте, да вы бодрее меня будете. Итак, что мы здесь видим? Здесь мы видим, что? Действительно. Что мы здесь видим? Очень простая штука. Мы у Вселенной вызываем heap, а потом берем у него max capacity. Давай пока что не будем думать о том, что такое universe, а просто перейдем к декларации. Может быть, даже сработает в этот раз. О, сработало. Прочитаем комментарий. Бла-бла-бла, поддержка max memory, возвращает что-то там, нормальные Java объекты. Так, но сюда не включено то, что GVM используют для себя или для временного хранения. Например, в случае Young гена один из survivor space. А, ну конечно. У нас есть garbage collector. У него есть в Young Generation два survivor space. Но в один момент времени используется только один из них, правильно? А один из них всегда пустой. И мы там ничего никогда не будем хранить. Как вы думаете, сколько места занимает survivor space по умолчанию? Так, а теперь возвращаемся к нашему запуску. Ой, где же моя консоль-то? Кто-нибудь умеет пользоваться presentation mode? Так, неловкая ситуация. Как из него выйти? Так, не так. F11. Нет? Нет. Ну ладно, давайте продолжим пока что. Вопрос был, где моя память, чувак? На него мы ответили. Его съел один из survivor space'ов. Так, это гипотеза, одна из гипотез. Какие еще могут быть гипотезы? Как нам проверить, что мы вообще все правильно сделали? Поменять размер survivor space'а. Это один вариант. А, можно сделать еще проще. Блин, опять в идею сейчас попаду. Что же делать? Перезапустить. View. Вот, точно, View. Я долго его искал. Так. Ура, все, больше сюда не пойду. Значит, что мы можем сделать? Мы можем сделать очень интересную вещь. Вы знаете какой-нибудь способ вообще избавиться от survivor space'ов? Да. Оп. А? Да, это хороший GC. Теперь мы его запускаем. А нужно, наверное, напечатать было, да? Что я забыл? Да. Ой, слушайте, я столько всего забыл. 512 мегабайт. G1. Запускаем. Видим 512 мегабайт. Если бы мы с вами поиграли с размерами survivor space, то мы бы обнаружили, что действительно то нехватка, она в точности совпадает с размером survivor space. Ура, дело действительно в этом. Это был такой простой разогревочный пример для того, чтобы понять, что мы с вами можем просто взять OpenJDK, открыть и зайти в него и посмотреть, а в чем, собственно, дело. Но за кулисами, даже не за кулисами, прямо здесь, я использовал небольшое тайное знание, которое можно получить сложным путем или простым путем. Сейчас мы с вами пойдем простым. Вот у нас есть hotspot, который мы скачали.
А что там, собственно, лежит? Здесь у нас лежит много всего специфичного конкретно для какого-нибудь CPU, для x86, Spark, бла-бла-бла, дальше. Лежат вещи, которые специфичны для конкретной операционной системы, которые специфичны для пары операционной системы и железки, и лежат общие вещи. Большую часть времени, скорее всего, желающие исследовать что-нибудь в глубине хотспота будут проводить именно здесь, в чисто VM-ном коде. И здесь тоже есть много всего интересного. Во-первых, тут есть клиентский компилятор. Логично. Здесь есть куча всего, которое работает с класс-файлами. Здесь есть то, что генерит машинный код и управляет им. Компайлер — это то, где содержатся общие вещи и для C1, и для C2, и вообще для всего подобного. Дальше есть папочки GC Interface, GC Implementations, в которых содержится все, что нужно для работы GC. Дальше есть интерпретатор. Дальше есть memory, где просто много разных вещей, которые как-либо связаны с памятью. Здесь есть UPS. Надеюсь, к этому моменту уже все знают, что это такое. Здесь есть Opta, который же C2. Изначально его папочку назвали Opta, и с тех пор ничего не изменилось. Здесь есть Prims, в которых, как ни странно, живет unsafe, JNI, GVMTI и ничего связанного с примитивными типами. Здесь есть рантайм, в котором живет большинство вещей, которые, собственно, управляют за рантаймом, начиная от VM-треда и локами, и заканчивая счетчиками производительности и прочим. И остальное. Вот эта штука — это такой чит-шит, который, если вы вдруг отправитесь в дебри, которым можно очень полезно воспользоваться и понять, куда мне, собственно, идти и что там, собственно, искать. Также работает для того, если вы хотите просто посмотреть, что где. Дальше, может быть, кто-то не умеет грепать. Мне кажется, что это один из самых важных инструментов человека, который хочет разобраться в, возможно, враждебной системе. Возможно, даже не враждебной. Здесь есть несколько важных советов по тому, как его использовать. Есть кто-нибудь в зале, кто не умеет грепать? Тогда я просто это пропущу, а остальные могут потом посмотреть. И также можно использовать NetBeans. Там есть замечательный прямо в корне репозитория. Вот здесь вот проект, который вы открываете, и ну, многие вещи работают, некоторые не работают, и в таком случае у вас есть, к счастью, вариант номер один. Нужно просто погрепать. Давайте перейдем к следующей проблеме. Вот есть у нас такой метод, который вы вызываете, передавая ему класс, а он в ответ просто записывает что-то в systemout и выводит текущее время. Значит, потом у нас есть интерфейс, который вызывает в своем вот это вот статическое поле на интерфейсе. И мы его заполняем, вызывая просто вот этот метод. Теперь мы зачем-то, я даже не представляю, зачем это может понадобиться, но мы знаем для интерфейса, в какой момент он был инициализирован. И у нас есть второй интерфейс, который экстендит первый, и у него тоже есть свое какое-то поле, которое он точно так же инициализирует. Это пока понятно. Теперь у нас есть класс main. Много у нас таких классов, конечно, но что ж поделаешь. Который у второго интерфейса, который интерфейс ребенок, вызывает статическое поле. Что будет, когда мы это запустим? Deadlock? Так, ладно, deadlock. Еще варианты. А? Что выведется на экран, кроме как deadlock и ничего? Ну ладно. Да, давайте еще раз посмотрим. Значит, у нас есть метод register, который пишет initialize, а потом имя класса, который его, собственно, дернул. Значит, у нас есть верховный интерфейс, который делает register от себя, и есть интерфейс ребенок, который тоже делает register от себя. А потом мы у вот этого вот интерфейса получаем статическое поле initialized add и ожидаем получить что-то в выводе. Что же это будет? Так, initialize что? И все? А родительский интерфейс не будем инициализировать? Точно не будем? Так. Да, инициализировали только garbage collector. Потому что… Почему?
Да, такие правила, спецификация. В спецификации прямо вот открытым текстом написано: в таких-то, таких-то случаях мы инициализируем родительский интерфейс, в таких-то, таких-то не инициализируем. Давайте теперь немножко повеселимся. Мы же все-таки Java 8 используем. Давайте сделаем вот что. Вот этот static метод поменяем на default метод. Больше ничего не поменяем. Что-нибудь поменяется в выводе? Поле. Этот метод я не использую вообще никак. Загрузим, в смысле инициализируем. Так, запускаем. И действительно, значит, мы в родительском интерфейсе неожиданно после того, как поменяли статик на дефолт у одного из методов, интерфейс стал инициализирован. Что? Почему? Кто может сказать почему? Потому что мы дефолт что? Мы вставили реализацию дефолта. Да. Мы не создали ни одного объекта, который наследовался бы от этого класса. Мы используем только статические поля. Но дело здесь примерно в следующем. Вот если посмотреть на то, как в HotSpot реализован дефолт метод, вообще дефолт методы, то мы увидим примерно следующее. А, давайте сначала сделаем так. Нам нужно погрепать. Где будем грепать? И что? Давайте дефолт грепать для начала. Так, где? Так, hotspot, src, share, vm. Дальше класс файл. Так, давайте попробуем. А что тут? А смотрите, что тут есть. Оп. Дефолт метод. Чудеса. Вообще самое оно. Ну, собственно, можно не грепать, а можно просто открыть эту реализацию и готово, правильно? Давайте посмотрим. Лежит оно в класс файл, и мы откроем default methods. Соответственно, в какой-то момент, а давайте даже заголовок откроем, потому что все полезные комментарии, как правило, написаны в заголовке. И если мы прочтем внимательно этот комментарий, то мы обнаружим, что, ага, оказывается, HotSpot для того, чтобы реализовать default методы, он в каждом классе, он создает так называемые overpass методы. Это методы, которые больше-то ничего не делают, кроме как редиректят вот в настоящий дефолт метод. Но для того, чтобы его можно было вызвать, его сначала нужно создать. И кто-то изначально в реализации это сделали очень просто. Давайте мы, как только заметили, что мы инициализируем кого-то, у кого может быть дефолт метод, то инициализируем сразу все. Зафигачим этих overpass методов побольше, чтобы не париться потом и так далее. Однако, если мы откроем спецификацию, то там ничего про это вообще не сказано было до какого-то момента. Потом дело заметили, что что-то не так, открыли баг и ввели там долгие обсуждения, как сделать хорошо, как сделать правильно, как сделать то, как сделать все. И в итоге вот тот самый пример, который я сейчас вам показал, забыли. Поэтому прямо сейчас на 8.40 оно будет точно так же ломаться. В спецификации прям открытым текстом сказано, что если мы инициализируем один интерфейс, то ни один его родительский интерфейс не будет инициализирован. А он инициализируется, потому что в спецификации бага. И такое тоже, вы можете с этим совершенно нормально столкнуться даже в своей обычной жизни. Пойдем дальше. Есть такая утилита JSTAT. Кто-нибудь пользовался? Окей, не очень многие пользуются, но это полезная штуковина. Вот как есть всякие JSTAG, JMAP и прочие счастья, это очередная утилита, которая может просто приотачиться к… Ну, приотачиться, конечно, условно, которая может взять ваш уже действующий Java процесс, к нему получить от него какую-то информацию и вывести ее. Вот, например, такой нехитрой командой можно вывести всю информацию о сборках мусора. Это у нас, соответственно, last GC calls, а это current GC calls. То есть по какой причине в прошлый раз последняя сборка мусора была, и по какой причине, если сейчас идет сборка мусора, то по какой причине происходит она. И что мы здесь видим? Во-первых, last ditch collection. Чего это вообще такое? Но это еще не самое страшное.
То есть сначала у нас была какая-то причина для GC, а потом они вообще куда-то делись. Странно все это. Давайте начнем с более простого, с Last Ditch Collection. Кто-нибудь может уже знать, что это такое? Ну, у нас есть на это один ответ. Да. Давайте просто поищем. Ой. Где будем искать? SRC, Share, VM, GC. О, нашли. gcclose.cpp. Значит, что у нас там есть? GC интерфейс. Соответственно, вот мы нашли константу, которая определяет, что это за тип gcclose. Здесь мы можем заодно подсмотреть и то же самое для Node.js. Где-то он здесь должен быть. Во. Вот это константа, которую мы можем попробовать. Давайте попробуем найти ее использование. Вдруг сработает. Оп. Ага. Здесь мы видим много разных штук. Кто-нибудь видит вообще вот этот мелкий текст? А в задних рядах? Я могу, наверное, вот так сделать. Во. Соответственно, мы нашли здесь много разных мест, и одна из них — это так называемый collected heap. Пардон. Теперь очень крупно, да? Соответственно, что мы здесь видим? Нет, мы не туда попали. Ладно, давайте вот эту часть пропустим. Дело в том, что я использую GTK 9, и в ней есть огромное количество изменений, которые постоянно вносятся, вносятся, вносятся. А я, значит, такой подготовил презентацию, обновил GTK 9, а теперь открываю, а здесь что-то совсем другое, не то же самое, что было, когда я готовился. Соответственно, давайте я вам скажу на слово, а вы мне поверите. А может, не поверите, а попросите доказать, будет еще круче. Значит, Last Ditch Collection — это такая штука, которая, вот если мы пытаемся что-то аллоцировать у нас в метаспейсе, а все знают, что это такое, то мы в какой-то момент можем обнаружить, что, блин, в метаспейсе это место как-то кончилось, нужно его экспендить. Но зачем его экспендить, если там содержится мусор? А давайте-ка мы перед этим возьмем и попробуем сделать там сборку мусора. Сделаем. Здорово. Это не будет Last Ditch Collection. А если мы в какой-то момент понимаем, что мы больше не можем экспендить Metaspace, то в такой ситуации мы наконец-таки попробуем прямо перед тем, как бросить out of memory, сделать еще один Last Ditch Collection. И мы в gcclose как раз укажем то, что это Last Ditch. Это понятно? То есть это та сборка, которая происходит прямо перед тем, как мы бросим исключение, если у нас закончился метаспейс. Это я вам сказал на слово. Я бы потребовал доказательств. То есть простое доказательство было бы сходить в исходники хатспота и показать, да вот, здесь же прямым текстом написано прямо в комментарии. Изначально мы так и собирались сделать, но не сложилось. Есть другой способ. Давайте пойдем экспериментально. А давайте просто запустим код, который гадит Metaspace, и когда он закончится, то должно быть сборка мусора с надписью Last Ditch Collection, правильно? Давайте попробуем так сделать. Так. Есть у нас тут что-нибудь подходящее? Мне кажется, что должно быть. Нет, не здесь. Вот здесь. Вот. Есть замечательный подготовленный заранее класс, который просто берет и в цикле очень-очень много создает новых классов. Новые классы идут в Metaspace, место в Metaspace кончилось, должно получиться что-то нехорошее, правильно? Давайте добавим… Да что ж такое? У меня есть другой проект, в котором все подготовлено. Давайте его уже откроем и там найдем. Оп. Запускаем. Видим много GC, 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 GC.
И здесь у нас прямо перед этим есть Last Ditch Collection. Успех. А потом у нас закончилось место в Metaspace, и мы обнаружили, что... И обнаружили out of memory. Но здесь есть нюанс. Мы видим здесь несколько Last Ditch Collection'ов. А он должен быть прямо перед тем, как кинется out of memory. В чем дело? Может быть, я вам соврал. Может, я вам что-то недосказал. Что я мог недосказать? Да, если мы... Да, если мы успешно этот Last Ditch Collection провели и какой-то мусор собрали из Metaspace, то значит, что сейчас не будет кидаться out of memory, и мы успешно аллоцируем то, что хотели. Так может даже произойти несколько раз. Мы несколько раз оттуда мусор собрали, а в какой-то момент мусор кончился, а место еще нужно, и поэтому мы таки получим out of memory. Опция GVM. Опция GVM не совсем дефолтная, с точностью до вывода логов. А я покажу. Оп. GC timestamp, GC... Да, я ограничивал специально, чтобы быстрее воспроизвелось. Да, по дефолту он не ограничен. Но у системы тоже может кончиться место. Да, вполне может быть. Но возможно, что... Вообще, это доказательство, оно хоть как-нибудь убедительное. Может, Last Ditch Collection вообще все время пишется. Может такое быть. Давайте поставим еще один эксперимент. Давайте просто развернем вот это дело и будем вместо того, чтобы в Metaspace гадить в обычный Space. Тогда, если я не солгал, то Last Ditch Collection больше не должно быть, правильно? Давайте так и сделаем. Leak Objects. Что мы тут делаем? У нас есть штуковина, и мы в нее постоянно что-то складываем. Выглядит как leak. Запускаем еще раз. Ага, ага, ага. Как долго работает-то, а? О, сломалось. Out of memory, Last Ditch Collection'а нет. Похоже, что я вам все-таки не солгал. Это хорошо, поэтому мы двинемся дальше. У нас есть Last Ditch Collection. Так, пардон. Давайте вспомним про Node.js. У нас был Last Ditch Collection, а есть еще Node.js. Если мы сейчас возьмем и поищем в текущей версии вот все использования Node.js, то мы увидим, что, блин, чего-то не находим, мы ничего в исходниках похожего на то, что мы здесь видим. Node.js вот по-нормальному ни в коем случае вообще не должно писаться. Как это? Мы собираем мусор без повода, даже не без повода, мы собираем мусор по причине нет сборки мусора. Это же бред? Бред. Выглядит как баг. И если бы мы с вами потратили время на то, чтобы сделать это руками, то мы бы сделали это примерно так. Вот у нас есть репозиторий. Мы тоже можем грепать прямо в репозитории, вы представляете, прямо по истории. Взяли и сказали hg grep. И ищем все изменения, которые говорили Node.js. И вот в такой вот ревизии мы вдруг обнаруживаем, что кто-то куда-то добавил assert о том, что jcclose не равняется Node.js. Ага. А? Не, недолго, меньше минуты, я думаю. Просто в текущем репозитории GDK 9 я не готов гряпать в истории после всего этого. Если мы прочитаем summary вот у этой самой ревизии, которую мы здесь обнаружили, то мы увидим вот такое вот замечательное число. И двоеточие. jcclose not always set. Ага, но это вообще просто выглядит как ровно то, что мы искали. А если мы пройдем потом в Jira OpenJDK, то мы еще и найдем полное описание того, какую проблему мы с вами нашли. То есть если этот магический способ позволяет вам узнать, а в какой, собственно, версии Java эта проблема наблюдалась, даже если вы изначально не знаете. То есть когда ко мне этот кейс попал, единственное, что я знал, это то, что выводится Last Ditch Collection и Node.js. Больше ничего не известно было. А благодаря простому поиску по истории мы можем с точностью до версии Java узнать, где это было. Это сделать можно двумя способами. Первый, если нам повезло, и вообще в большинстве случаев нам тут везет. Вот в этом же тикете где-то здесь рядом будет указано, какая версия JDK подвержена проблеме, а какая не подвержена, где пофикшена и так далее. Второй способ, если в Jira этого по какой-то причине нет, то мы можем, опять же, воспользоваться магией Меркуриала
и узнать, зная то, что вот как только выпускается новая версия Java, она тегается в Mercurial, на нее просто ставится тег. Поэтому если мы воспользуемся небольшой магией поиска в логах Mercurial, то мы обнаружим, что вот последний тег был вот такой вот, JDK 7 build такой-то. Здесь есть важный нюанс. Вот JDK 7 build 127. Это как понимать, это апдейт 127 или еще что-то? Потому что я не помню апдейт 127. И это действительно разные вещи. Дело здесь в том, что если мы посмотрим на версию Java, то мы увидим здесь несколько вещей. Во-первых, мы увидим версию апдейта. Во-вторых, мы увидим сам build. А в-третьих, мы вот здесь вот увидим для хотспота вообще какие-то свои и версии, и апдейты, и билды. Мораль простая. Лучше просто посмотреть на тег и не задумываться про билды хотспота и про все прочее. Упс. Соответственно, таким простым способом мы можем довольно легко понять, что проблема не воспроизводится вот в конкретном рейнже Java машин. Здесь у нас, давайте быстренько пройдем по тому, что мы с вами сделали. Мы провели эксперименты, правильно, для того, чтобы проверить гипотезу, что вот проблема именно в этом. Мы сделали положительный контроль. Нет, не сделали. Мы отделали другой контроль, но это тоже важно. Мы можем всегда для того, чтобы проверить, собственно, мы нашли настоящую проблему, или нам только кажется, что мы ее нашли, мы можем просто взять и скачать другую версию JDK, на которой мы думаем, что проблема есть, и попробовать. Или мы думаем, что проблемы нет. И попробовать там. Вот по этой ссылке можно найти весь архив оракловских JDK, которые когда-либо публично выпускались. Скачать, поставить, попробовать. Можно собственноручно собрать, подхачить и поменять какое-то поведение, чтобы убедиться в том, что это действительно оно. И, естественно, нужно делать отрицательный контроль. Самый простой способ — это то, что мы сделали с ликаньем не в Metaspace, а просто обычных объектов. Это очень важно, на самом деле, в нашей тяжелой задаче разобраться в какой-то невероятно огромной системе, ставить грамотный эксперимент — это, наверное, одна из самых важных вещей, которые мы только можем сделать. Потому что вот не так давно высказывали забавную аналогию между JVM и вообще наукой в целом, поскольку в нашем JDK есть миллионы строк, это настолько сложная система, и один человек ее не может понять, что нам зачастую приходится действительно просто ставить эксперименты, чтобы понять, как оно работает, потому что разобраться в этом другим путем довольно сложно. Соответственно, время потихоньку заканчивается. Давайте очень быстро пробежим по еще забавным штукам. Вот у нас есть вроде как безобидный класс. Вот у него есть массив values, который… Что в нем должно быть? Нули. Правильно? Вот у нас есть другой массив, в котором содержится минус 1. А потом мы в цикле будем бежать по вот этому минус 1, применять к нему битовую маску, а потом values вот здесь вот инкрементировать. Что будет? Что-что? Индекс out of... Не, мы тут масочку применяем. А out of bounds не должно быть. Влезем. Что? Да, в какой-то момент вот здесь вот оно заоверфлоится. Это хороший вариант. А еще что может произойти? Естественно, произойдет крэш. Ну что еще может произойти, когда вроде как ничего страшного не должно происходить? Дело довольно забавное. Просто в какой-то момент кто-то взял и сломал простую штуку. Здесь была хитрая оптимизация боксинга, анбоксинга и его удаления. Ее во время реализации туда внесли багу. Опять же, в это можно довольно просто обнаружить эту проблему у себя, увидев, что, блин, у меня crash JVM, я понятия не имею, почему. Можно подойти к довольно хитрым способам и потихоньку выкидывать из вашего JVM кусочки, которые, ну, не знаю, выкинуть половину приложения. Если по-прежнему крашится, то, наверное, другая половина. И так вот потихоньку бинсерчем добраться до вот примерно такого изолированного тест-кейса. И такими вещами действительно иногда приходится заниматься, если машина падает, вы понятия не имеете, почему. Зато, когда вы добиваетесь вот такого вот маленького изолированного тест-кейса, вы просто открываете трекер OpenJDK и обнаруживаете, что
блин, вот моя проблема. А зачастую вы можете просто заапдейтиться до последней версии и обнаружить, что ваша проблема там уже исправлена. Но даже после того, как вы это сделали, лучше все равно сходить в трекер и проверить, что она действительно исправлена, а она просто перестала быть заметной на вашем конкретном примере. Соответственно, несколько полезных замечаний. Если вы ищете что-то, то обращайтесь к сообществу. Есть списки рассылок и разработчиков GVM, и интересующихся людей, и куча всего. Что было? Да. Не бойтесь задать вот кому-то хороший вопрос. Если действительно хороший вопрос, или, по крайней мере, вы его правильно сформулировали, то вам почти наверняка ответят. Более того, вот то, что вы поинтересовались, может быть, через месяц кто-то другой будет искать решение той же самой проблемы, и вы сэкономите ему кучу времени, просто запостив где-нибудь свое решение. И какие-то вещи, которые дополнительно стоит посмотреть, почитать. Вот хороший доклад про кишки хатспота. Есть просто замечательная книжка Маркуса и другого Маркуса про JRocket, но на самом деле она применима для практически любой JVM. И довольно хороший обзор в виде ссылки в интернете о том, как работает большинство нормальных JVM-ов. Собственно, все. Это можно получить по QR-коду, по ссылке, или я потом размещу в Твиттере. А на вопросы время? Есть. И есть время на вопросы. Спасибо большое. Итак. Вопросы? Ну? Может быть, вы просто знаете, мне показалось интересно, что у вас метод main, и я как-то думал, что методы джитятся целиком, то есть он частично выполнился, потом в какой-то момент решил заджититься. Да, есть такая штука. Вопрос, собственно, в том, что удивительно, что вот метод main прямо посреди выполнения взял и скомпилировался, и после этого все взорвалось. Казалось бы, JIT может скомпилировать метод целиком и только потом его вставить. Нет, JIT еще умнее, чем можно думать. Он умеет прямо посреди выполнения метода взять и сделать так называемый on-stack replacement, скомпилировать его заново, подсунуть вот прямо внутрь интерпретатора ссылку на следующую инструкцию, и прямо посреди работы метода он скомпилируется. Это сделано как раз для таких ситуаций, когда там какой-то огромный цикл бегает, чтобы не ждать завершения его. Еще? Я думал, что хоть кто-нибудь спросит, а зачем вообще вот всем этим заниматься? Неужто действительно приходится? Обычно спрашивают. Да. Или да. Вот вы зря надеетесь, что вам этим не придется заниматься. Рано или поздно, вот вы по-любому столкнетесь с чем-то таким, если вы будете достаточно долго таки работать с Java, потому что вы не можете этого избежать. Вы можете это кому-нибудь другому, конечно, скинуть, пусть сам разбирается. Сейчас. Глеб, здесь вопрос. Да, я готов слушать вопрос. Спасибо за доклад. Какой самый страшный баг JVM свалили в продакшене? О. Это был не совсем мой продакшн. Ну, у нас есть пользователи. Да, я работаю в компании, которая называется Plumber, и мы делаем агент, который приотачивается к Java-машинам каких-то наших клиентов и показывает им, что у них не так с производительностью, что у них плохо здесь, как сделать так, чтобы было хорошо. Очень рекомендую, найдите меня, если вдруг захотите узнать побольше. Но суть в том, что иногда к нам приходят кастомеры и говорят: слушайте, я вот добавил вашего Java-агента, ну и у меня крэш-дамп случился. А зачастую проблема еще в том, что кастомер не может прислать нам свой код, чтобы мы взяли, запустили его у себя и попробовали получить крэш-дамп там. И приходится вот делать какие-то страшные, неимоверные вещи из разряда: а что ваше приложение примерно делает? Вот. И самый страшный такой баг — это был на винде. Возможно, я могу даже показать это. Это просто что-то эпическое. Ладно, кому интересно, потом можете ко мне подойти, потому что интернет не очень хорошо работает. Но суть в том, что если добавить Java-агента, который у себя единственное, что делает, это создает новую нативскую группу, а потом внутри тела main самого приложения сделать некоторую хитрую манипуляцию с лямбдами, которая даже ничего не делает, которая ничего не выводит вообще, то будет крэш-дамп. Потому что где-то там глубоко в C2 на винде что-то сломали.
Вот. После того, как получилось это воспроизвести, обновиться на 8U40 и порекомендовать клиенту, обновитесь тоже на 8U40, вот вам баг в GVM, то клиент был довольно, так, с одной стороны рад, с другой стороны удивлен. Ну вот, скорее не вопрос, а в обсуждении по поводу того, зачем этим заниматься. Из недавнего мы как бы перешли в одном проекте на Java 8, и был один баг, связанный с компиляцией в Java-ке, то есть код, который, очевидно, должен был компилироваться, естественно, с использованием лямбд, он не компилировался, выдавал ошибку компиляции, мы обновились на более новую версию Java, и там она пропала, ну и как бы мы успокоились, то есть мы не стали там разбираться, какой это был тикет и так далее. Вот в другом месте у нас некоторый код, это, видимо, проблема в C2 компиляторе, то есть даже с самым свежим апдейтом мы его переписали на стримы, и он перестал работать, он стал выдавать неправильный результат. В числах именно ошибка была. Причем, что самое интересное, если к нему подцепить дебажного Java-агента, он выдает правильный результат. Вот. Мы тогда просто его откатили и вернули с циклом for там, старую реализацию, тоже успокоились. К сожалению, в бизнесе как-то не всегда есть время разобраться, что там происходит. Mm-hmm. Работает, ладно. Спасибо. Да. Еще быстрый вопрос. А кроме падений GVM, какие еще были интересные случаи? С производительностью что-нибудь доводилось расследовать? Я стараюсь не трогать производительность в моих докладах, потому что вот если пройти чуть-чуть дальше, то там есть человек, который про нее все что угодно расскажет. Но да, такие проблемы, соответственно, тоже бывают. Лично мне они довольно редко встречались прям в плане дебага в GVM. Ну, например, вот агент, Java-агент. У GVMTI есть такая чудо-возможность, это любому объекту навесить тег. А если навесить тег большому числу объектов, то неожиданно GC-паузы растут просто до диких длин. Оказывается, что после того, как GC-цикл отработал, GVM еще идет, пробегается по всем GVMTI тегам, которые только есть последовательно, даже ничего не параллеля, и делает нечто довольно дорогое. Поэтому вот попробуйте обнаружить это с помощью, даже не знаю, отладки. Мне помогло только копание в исходниках. Вот мы знаем, что GVM довольно большая сложная система, но тем не менее она детерминирована. Да? То есть при последовательном запуске чего-то похожего мы получаем все же одни и те же результаты. Uh-huh. А что делать, если при одних и тех же параметрах GVM крашится, например, только на 10-й раз, на 20-й раз? Ну, есть ли какие-то вот методологии, там, копания вглубь? Вот был бы интернет, я бы вам сразу картиночку нашел, знаете, там, где лягте на пол, старайтесь не плакать, плачьте. Но поскольку интернета нет, я не могу показать картиночки, придется отвечать как-то по-другому. Самый простой способ просто действительно запускать много раз в какой-то контролируемой среде и вот нашли конфигурацию, в которой стабильно хотя бы раз из 100 падает. Что-то поменяли и ждете того, что вот станет падать с другой частотой. Значит, то место, где вы поменяли, оно как-то косвенно влияет на то, что происходит. Вот в том баге, который вот самый страшный был, который я пытался из ничего создать reproducible test case, там было смешнее. Там вот если один цикл бегал 10 раз, то все работало нормально. Если он бегал 11 раз, то оно падало с крэш-дампом. А если он бегал 12 раз, то тогда приложение зависало навечно где-то в недрах GVM. Ребята, есть время для последнего вопроса? Make it good. Make it good. Нет. Но если не хотите, то не хотите. Похоже, нет, да. Глеб, спасибо еще раз. Welcome.